Компания «АвтоВАЗ» открыла новый региональный склад запчастей для автомобилей «Лада» в Твери. В пятницу в торжественной церемонии открытия приняли участие президент «АвтоВАЗа» Николя Амур, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов и губернатор Тверской области Игорь Руденя. А тему продолжит Наталья Чекит. Новый логистический центр площадью 25 тысяч квадратных метров расположен в Калининском районе. Его возвели и сдали в эксплуатацию менее чем за год. В проект вложено около 1,3 миллиарда рублей инвестиций. А строительство велось при поддержке правительства региона. Инвестиционный проект реализовывала торговая компания «Альфа». Соглашение о реализации проекта между правительством Тверской области и компанией было подписано в апреле 2020 года. Мы работаем, выполняя все взятые на себя обязательства. Это правительство Тверской области, это глава муниципальных образований, это наши партнеры, компании-поставщики электроэнергии, поставщики газа, это наше взаимодействие с стратегическими партнерами. Каждый регион с очень высоким уровнем ответственности реализует все взятые на себя обязательства. Кстати, объект открыт на перспективу. В дальнейшем планируется его расширение. В свою очередь, министр промышленности и торговли РФ Александр Морозов отметил, что сейчас оказывается государственная поддержка автомобильному рынку. Отдельно мы также в настоящий момент занимаемся вопросами, связанными с стимулированием развития компонентов и локализацией компонентов. Этим летом этого года мы надеемся, что мы запустим программу по стимулированию локализации компонентов. И таким образом этот красивый и современный склад пополнится еще большим количеством компонентов, произведенных в Российской Федерации. Запчастей и расходников «Лада» на новом складе будет храниться 20 тысяч наименований. При этом площади будут расширены. На момент запуска количество мест хранения составляет 93 тысячи, из которых 55 тысяч ячеек предназначены для мелких деталей. При этом современная автоматизация комплекса позволяет обслуживать ее силами менее 100 человек. И как отметил президент «АвтоВАЗ» Николя Мор, Тверская область – идеальное место для реализации подобных проектов. На сегодняшний день на дорогах в России более 10 миллионов машин «Лада». И, конечно, иногда возникает необходимость проходить обслуживание и ремонт. Мы взяли на себя обязательство перед нашими потребителями иметь возможность доставить им комплектующие в течение 24 часов. И в связи с этим нам приходится более разумно подходить к тому, как мы располагаем свои склады с комплектующими, чтобы у нас была возможность выполнить эти обязательства перед потребителями. До 2025 года в логистическом центре предполагается ввести 169 новых рабочих мест. А со стороны правительства Тверской области инвестору оказывается вся необходимая поддержка, в том числе в части развития инфраструктуры.